А, смотри, блядь. Ну а чё, вы? Еп. Кинем палку. Я вообще без этой перебрался. Давай. Ничего себе копьё. Погнали. Я с великом не пойду. Ну будешь тут, но я, если что, шашлык перекинем. Так вот, идет шашлык. Он банку проезжет, и надо забрать что-то. А подожди, а кто снимать-то будет? Бобры, блин. Я хочу это все заснять. Ну как, куда? Как ребята чекурские перебираются, это самое. Давай, погнали. Я хочу посмотреть, там далеко, блядь, где-то обойти. Блядь, это тут сугуб. Я, видимо, был прав, как лиса перебиралась. Что, лиса? Ну да, тут я лису увидел. Тебе банку кинуть или как? А ты не пойдешь, да? Ну, бля, ну да, я сейчас обратно пойду, да, я посмотрю, как Денис перебирается. Я-то пройду, я чего? Я велик тоже кину. Так возьми с собой банку, что ты порожняком идешь? Я с собой вот велосипед возьму. Ты куда дальше, блядь? Ну и вон, все, до туда. 50 метров. Обалдеть. Ну так ищи палки, строй мост. Я, блядь, тоже, как я с великом пойду тут, это о, самое. Откинуть велик. Велик. Ну ты герой, что, пойдем, пацаны? Березовую рощу. О! Ага. Самая не сильная хуйня. Да нет, тут просто надо по этой стороне хуйня. Двойное дно, блин. Видишь? Двойное дешево. Надо просто сразу далеко захуярить. Блин, пошел. Как заплачивать. Ловко. Ты что-то ловите, блядь. Баба, давайте рулить, ёп. Не позорьтесь. Позорьте, ёп. Тебе нахуй закинуть велик. Кстати, Дине самое сложное, походу. Семидесятикубовый, блядь. А что это такое вообще было? Баян. Бомба. Давай, хватай палку. Смотрите, вот это истинный трековый человек вообще. Везде, просто повсюду. Он всегда с собой берет этот велосипед. Вы посмотрите на этого человека. Я победил. Так, он прошел. Кинешь, Дин? Давай, ничего страшного. Не, ну пошел ты, да. Давай, кидай. Бля, что это такое грязь? Так это же, лига, ёп. О том, как выбраться. Кидай воду. Чё, там? Выбраться так же. Или пойдет еще, блядь. Попить, Дина, да, сюда? Не. Ну как, вон там, где, бля, белая. Только, блядь, пепел, вы тоже курите, пиздец, Ксения, нахуй, такие, блядь, отморы. Слушай, я без этой палки пройду. Можно? Разрешается. Ну как я, давай, как я. Отлично, шашлык прошел.
Агива еще покурит. Не, пиво у нас... А у нас есть пиво вообще? Конечно. Давай. На, лови. Да нет, это шашлык. А слушайте, ребята, на самом деле это же приколюха. Честное слово, вот так вот. У вас уже постные дни, голимые постные дни, блядь. Вот так вот выходные провести, это ж пизда-то. Не? Негр. Бери клюшку, чтоб потом, если что, навели. Эй, слушай, не бинджуйся, давай. Кулик, оформись, нахуй, там противовес, вес против. Сомнительная затея. Привяжи к усам. Давай, я тебе буду... Вон, если что, возьми эту самую, кий. Возьми, нормально. Вот куда ты идешь? Давай, я тебя поймаю. Давай лучше баул как-нибудь. Нет, ты палку в песок дальше воткни, Саня. Нет, с палкой это не вариант, я тебе говорю, ты просто нахуй. Нет, дальше воткни. Давай. И ты просто на эту сторону облокачивайся, на эту палку. Доверяй ей больше. Саня! Вот, давай вторую палку. Надо вторую палку. Пакет бы, блядь, забрать кто-нибудь. Саня, я с великом пошел. Кто решится обратно идти? Смотри. На сию. Я, короче, с камеры, я не могу идти. Я это все чудо снимаю. Я все жду, не дождусь, когда кто-то уронится туда, в эту гавань, блядь. Жду, не дождусь. Ну ты пойдешь, не? Да хуй знает. Да давай, иди уже. Просто пройди и все. Ну ты пойдешь, не? Нет. Денис вообще с велосипедом шел, это совсем трудно, блядь. Бля, ну Денис спортсмен, ну что нахуй, поздравляю. Да хуй знает. Автомобиль. Это французская тема, подкур. Или паркур. Да хуй знает. Паркур. Ну смани вот мне палку тогда. Пацан, пиздец. Или давай, ладно. Выкинь эту палку, блядь, шутка. А ты че за ветки держишься? Что-то я... Я тебе говорю просто... Что? Слышь, у меня скоро пленка закончится, давай иди быстрее. Скоро пленка закончится. Все, заебан. Оба. Ну. Мы начинаем наш прямой репортаж по поводу переправы, блин, через местную речку, по сути, говнотечку. Два бравых хлопчика решили пройти через бревно с опасным турбоманевром. Я вам кинул шест, этот шест вам в помощь. Нельзя. Да? Там круг километров 7. Сейчас вы увидите бессмертные кадры. Возможно, последние в его сухой одежде. Опа! Да. Смотрите, что их ждет. Опасное турбопрепятствие. Речка, где, к сожалению, нету крокодилов, блядь, но все же. Хлопчики не выдержали препятствия, решили отправиться в обход 7 километров крюком. Посмотри туда, там кончается эта хаща.
Нет, там обход только поверху, и там крюк большой очень. Блядь, ну что, что можно поверху зайти? Идите, 45 минут где-то вам будет. Блядь, ну я же прошел как-то. Можете пиво перекинуть, в принципе, идти в обход. Тогда пиво как у тебя, по воде как бог пойдет, понял? Так вперед час тогда. Зачем? Для демонстрации нет.